Вольный от диктатора Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за экстремизм, так называемый. Кого отпустил и что хочет этим показать? В начале следующего года в Беларуси снова президентские выборы, которые мы вынуждены называть так называемыми. Давайте вспомним, сколько белорусов попали за решетку за время предыдущих и попробуем спрогнозировать, что ждет нелояльных к власти сейчас. И в контексте выборов в России заявили, что готовы направить своих силовиков, если в Беларуси вспыхнут протесты. Зачем? Лукашенко теряет хватку или количество несогласных уже столь высоко? Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко присоединяется к нашему эфиру. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Начнем вот с чего. В Беларуси стартовал сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Об этом пишет Пул Первого, один из пропагандистских каналов, которые связывают с Александром Лукашенко. Его ведет его пресс-секретарь, товарищ Эйсмонт. Что за это за сбор подписей? Вообще, в принципе, зачем создавать видимость какой-то демократии? Назначил себя руководителем пожизненным, да и все. К чему эти траты госбюджета на эти выборы? Ну, для самоудовлетворения. Он хочет создать эту иллюзию восприятия для самого себя, что белорусы поменяли свою точку зрения, что они готовы его поддержать. Конечно, второй фактор – это для того, чтобы на международной арене попытаться хоть частично восстановить свою субъектность. Первый тезис – он неправдивый, лживый, потому что все социологи, которые дают нам информацию, демонстрируют, что 65% – это как минимум белорусов не хотят Лукашенко и хотят жить в демократической стране. Если мы говорим про субъектность для международных партнеров, но нельзя назвать выборами то, что сегодня происходит в Беларуси. Это фарс. Когда тысячи людей, политзаключенные, среди них бывшие кандидаты в президенты, например, назовем хотя бы Бабарика, Тихановский, Бабарик как раз 61 год, вчера исполнилось уже 4-й день рождения в тюрьме, когда они в статусе инкоммуникада, когда ликвидированы все неправительственные организации, сотрудничающие с Европой, с США, с Канадой, там более 50%, все независимые СМИ ликвидированы, а все остальные, кто за границей, признаны экстремистскими, то бишь за то, что кто-то будет смотреть эти СМИ, он может попасть в тюрьму. И ликвидированы все абсолютно оппозиционные партии. 11. Атмосфера страха и террора. И когда я слышу, например, таких политиков украинских, как Шевченко, там, по поводу Лукашенко, мне хочется спросить, он хочет жить в такой стране? Ну, пускай попробует стать оппозиционным политиком в Беларуси и будет сидеть в тюрьме. Поэтому, ну, конечно, выборов нет в Беларуси. Это безвыборы, это фарс. Он будет, даже те кандидаты, которые сейчас зарегистрировали инициативную группу, вот представьте себе, как собрать подписи, если за сам факт подписи за кандидата в президенты на прошлых выборах людей сажали в тюрьму, увольняли с работы, да, преследовали. Я даже знаю лично двух заместителей министра иностранных дел, жены подписались за Бабарика, ну, я ж в МИДе проработал, как говорится, большую часть своей жизни сознательной, и их уволили по этой причине, за то, что жены подписались за Бабарика. Кто подпишется за кого-то, кроме Лукашенко? Поэтому все те, кто сейчас зарегистрировал свою инициативную группу, это проекты КГБ. Они абсолютно согласованы, разработан стратегический план КГБ, утвержден лично Лукашенко, координирует это все Наталья Питкевич, зам главы администрации Лукашенко, реальный глава администрации. Но это такой, знаете, как, опять же, вот сошлюсь на свое прошлое, я хоть был всего лишь директором, но все-таки главного театра страны, национального академического. Это спектакль, который, можно сказать, не верю, но он настолько примитивно выстраивается сегодня в Беларуси. Лукашенко помиловал 31 человека, которых судили за экстремизм. Среди них две женщины и 29 мужчин. 17 осужденных имеют хронические заболевания, трое инвалидность. Это тоже спектакль одного актера Лукашенко? Если да, то для кого, для чего и как трактовать этот жест диктатора? Жизнь человека ценна. И освобождение каждого – это очень важно. Но это также спектакль. Почему? Потому что Лукашенко именно в этот же день, это легко проверить, да, именно в этот же день в Сморгонии с Лонями, Гродненская область, было задержано 50 человек. Только в течение одного дня. А еще шли зачистки в Лидском районе. При этом за последние дни, вот начиная с 31 октября, они проводят массовые зачистки по всей стране. Это и Баранович, это Сморгонь, Слоним, Минск, это Гомель, Тречица и так далее. То есть можно перечислять всю страну. То есть одновременно, если он кого-то помиловал, я не исключаю, что он еще до дня
своего попытки переназначиться, будет еще помилование делать, чтобы попытаться заиграть Западом. Но он одновременно проводит зачистку общества. То есть он ведет две параллельные стратегии. Я даже как-то у нас был такой инсайд-контакт с Беларусью. Я спросил, вы реально что хотите продать европейцам? Вы хотите продать, что он гуманист, освобождая политзаключенных, но одновременно сажает людей в тюрьмы? Это, мне сказали, это две параллельные стратегии. То бишь, одна действительно показать Западу, я тут склонен освобождать, а делает он, конечно, под прессингом, санкционным прессингом. Он же скулит и пищит, потому что санкции. Он на каждом выступлении вспоминает драконовские, нацистские санкции, как он только их не называл. По Беларусь-Калию, что творится, да, у него там сплошные минусы. Он освобождает людей под давлением, но с другой стороны, он боится этого дня переназначения так, что он решил зачистить всех и вся, кто участвовал с 2020 года в протестах. Ну и опять же, когда говорят, белорусы сдались, ну простите, если белорусы сдались, зачем Лукашенко каждый день арестовывает пачками людей и сажает в тюрьме, осуждает, приговаривает? Вот у нас, к сожалению, на прошлой неделе умер политический заключенный, 22 года парню. То есть его убили просто в тюрьме. У нас посадили курсанта Академии Министерства внутренних дел, как предполагают, ну это предположение, он хотел пойти служить в полк Калиновского. 15 лет тюрьмы дали за измену Родины. И таких статей просто огромное. За оскорбление Лукашенко 1200 человек осудили за это время. И кто-то говорит, что белорусы не сражаются. 1200 человек только за оскорбление Лукашенко. Ну, конечно, это не оскорбление, это критика в его адрес была сделана. Ну, поэтому тут две параллельные стратегии, которые он ведет. Он боится событий прошлого, и он боится того, что произойдет это опять в будущем. Оно произойдет. Я ему это обещаю. Мы это обещаем, белорусы. Оно произойдет. Вопрос только, конечно, когда? Ну, на это ответит история. Упоминал я сегодня телеграм-канал «Пул Первого», который ведет пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсман. Там сейчас активно постится видео с призывами Лукашенко баллотироваться на пост президента Беларуси. Якобы это там, трудовые коллективы собираются для того, чтобы записать эти видео. Они все проходят под условным хэштегом «НАДО». Я не могу понять, зачем это делать, ну, зачем эти комсомольские, ну, во-первых, эти комсомольские подходы, да, во-вторых, ну, неужели, это просто сложно поверить, что неужели это делается только для того, чтобы потешить самолюбие Лукашенко? Вы знаете, выглядит это как свататься после свадьбы. То есть свадьба уже состоялась, а к нему сватаются. Все это было продумано на кампанию, ну, как предполагалось, что 23 февраля будут выборы. А самый крайний срок, когда он мог их сделать, это июль месяц. Это было логично бы, например, когда выходят с такими роликами, записаны они были, конечно, заранее, мы это знаем, эту информацию. И все говорят, надо, чтобы он пошел на выборы. Ну, и Лукашенко такой сидит себе и говорит, да, я согласился. Ну, раз вы меня так просите, надо, ну, значит, надо, иду. А получилось же все наоборот. Он решил под, я думаю, по согласованию с Кремлем, стартануть раньше, на январь месяц, и сидя со Скобеевой в Татарстане, отвечая на ее вопрос, он взял даже на территории России, объявил о том, что он идет на выборы. Это вообще, конечно, кощунственно. То есть ты пытаешься доказать, что ты независимый президент независимого государства. Не президент, и, конечно, не независимого государства, потому что ты делаешь на территории иностранного государства, которое прежде всего угрожает суверенитету и независимости твоей страны. Ну ладно, это опустим. Ну то есть он говорит, надо, то есть я пойду на выборы, а после этого пошла кампания. То есть тут все перепутано, и инсайды все говорят, что это был фальстарт, да, со стороны Лукашенко. Но, конечно, когда, извините, спецназ, силы специальных операций выходят ночью, выстраиваются, и потом говорят «надо», а те, кто против, и стреляют в небо с автоматов, ну, простите, вот это точно атмосфера для избирательных кампаний. То есть они дают понять, что те, кто будет против, и он же под это поменял законодательство. Он дал право армии, например, стрелять в людей, не нести за это никакой ответственности. МВД проводит учения в преддверии так называемых выборов. Грызлов, посол России, выходит и заявляет, мы придем на помощь нашему союзнику, если в Беларуси будут протесты. Это практически вмешательство во внутренние дела. И он еще будет рассказывать про независимость. А что ж посол иностранного государства такое заявляет? Песков выходит и говорит, у нас все за Лукашенко. То есть это показывает,
показывает, что он готов применить силу в максимально возможном масштабе для того, чтобы не повторить события августа 2020 года. У него психологическая травма. Человек настолько травмирован, что он просто боится, боится людей. Ну, каждый диктатор ненавидит и боится свой народ. Это же, вот это мы сейчас с вами наблюдаем. Ну, и ему нужны еще внешние враги. Враги у него, в принципе, все. Кстати, Россия для него тоже враг. Я убежден в том, что он и Россию боится. Вы знаете, продолжая комсомольскую тему, я обратил внимание, что Александр Лукашенко 7 ноября поздравил белорусов с днем Октябрьской революции, то есть с днем Октябрьского переворота. Дальше процитирую. «Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости. Выбрав в 21 веке самостоятельный путь, мы сохраняем непроходящие ориентиры советской эпохи. От идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов». Конец цитаты. Ну, тут, во-первых, удивительно, что президент Белоруссии называет ее Белоруссией. Но это уже такое. Вы знаете, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, кажется, первым об этом сказал, что развязав войну России против Украины, Владимир Путин участвует в своей личной Второй мировой войне. Он пытается победить в Великой Отечественной войне, которая для Советского Союза закончилась в 1945 году. Можем ли мы говорить о том, что Александр Лукашенко, вот как Путин до сих пор воюет во Второй мировой, вот так же Александр Лукашенко до сих пор живет в БССР, и делает все возможное для того, чтобы в Беларуси внедрить идеалы коммунистического общества, какими он их видит, естественно. Да, вы правы, только за одним существенным отличием. Он же сам буржуазия, он самый богатый выходец из Беларуси. Ну, конечно, назвать его белорусом нельзя, но это, скажем, семья выходцев из Беларуси самая богатая в нашей стране благодаря награбленному, ворованному у белорусского народа. Миллиарды, да, десятки миллиардов долларов. Ну, и, знаете, сразу вспоминается, да, и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди, да, я думаю, что Лукашенко, он советской эпохи человек. Он эту советскость не убрал и никогда не сможет вымрать из своих мозгов, из своей головы. Это абсолютно просоветский человек. Для него, вот человек из прошлого, знаете, вот человек из прошлого сидит в сегодняшнем и пытается апеллировать к тому, что уже доказано не раз историей, как неэффективная система, система, которая привела к масштабнейшим репрессиям, убийствам миллионов людей, привела к войнам и так далее, и так далее. И этот человек живет этим прошлым. Но здесь есть поразительное, ну, не поразительное, положительное, я хотел правильно сказать, итог, заключается в том, что белорусы это вообще не покупают. Им 7 ноября праздник, ну хорошо, на работу не пойдем. Вот единственное, что может быть в плюс, да, потому что Лукашенко не любит много праздников людям давать. Вот это для них это только плюс. Но праздник идеологически они не воспринимают, в принципе, вообще, абсолютно. В контексте предстоящих так называемых выборов в России заявили, что готовы направить своих силовиков в Беларусь, если там вспыхнут протесты. Зачем? Что это означает? Говорит ли это о том, что Лукашенко теряет хватку или таким образом перестраховываются и в России, и в Беларуси? Ну, я говорил о том, что с одной стороны Россия дает сигнал помощи своему союзнику. Это отличает политику России от 2020 года, когда по различным сведениям, и много об этом писалось и говорилось и аналитиками, и приводились доказательства, Россия пыталась поставить на колени Лукашенко и сделала это достаточно успешно. Она вмешивалась в избирательный процесс. Сейчас же Лукашенко выторговал, как мы видим у Путина, согласие на переназначение на очередной срок. Он выполняет те обязательства, которые он взял перед собой, перед Путиным, в большей степени, нежели в меньшей, и поэтому удовлетворяет Кремль. И эти заявления абсолютно согласованы с Кремлем. Невозможно, чтобы даже такого уровня посол, как Грызлов, бывший представитель Госдумы, высшее должностное лицо России бывшее, без согласия Кремля сделал такое заявление. Может ли сделать такое заявление Песков, являясь пресс-секретарем Кремля? Все это позиция Кремля. То есть они ему дали индульгенцию на продолжение репрессий
подавление белорусского общества, потому что это отвечает интересам российского общества. Уничтожение национального в Беларуси, уничтожение демократического в Беларуси, прав человека, свободолюбия, проевропейскости – это все отвечает интересам Российской Федерации. А инструментом реализации этого сегодня является Лукашенко. Чего ж его не поддержать? Вот. А если кто-то будет этому сопротивляться, русские говорят, мы отправим в Беларусь войска. Ужасно в том, что человек просто дико любит власть. Понимаете, вот Лукашенко, почему нельзя в политику допускать людей, которые любят власть? Вот это самый ярчайший пример. Болезни властью и то, что человек любит власть. Ему даже вторичные деньги, ему главное действительно власть, и он не постоит ни перед чем. Он будет убивать, пытать людей, уничтожать, депортировать. У нас сотни тысяч депортированных из страны белорусов. Поэтому данные ООН, 300 тысяч. Белорусов было депортировано с территории Беларуси. Ну, а в данном случае России он выгоден. Он выгоден в таким вот губернатором, администратором территории Беларуси. Ужасающие цифры вы называете, Павел, 300 тысяч. Ну, для населения страны, которая составляет порядка 9-10 миллионов людей, это просто какая-то колоссальная цифра. Павел Латушко был с нами. Павел, вам спасибо большое. С ним мы обсудили белорусскую повестку.